Вон у нас какая-то коробочка. Сейчас мы посмотрим, что это такое. Какой-то у нас портфельчик. Так. Так, вот так. О, что-то интересное, ребята. Что-то непонятно, что это такое. Что-то все за бумаги упаковочные, линзы. Так, сейчас я посмотрю, что это такое у нас. Так, какая-то рукоять. Ой, ребята, это у нас фотоаппарат, что ли? Интересно. Интересно. Сейчас мы посмотрим, что это такое. Так, одной рукой неудобно снимать и вытаскивать. Так. О, ребята, это у нас старая видеокамера. Ребята, я в фильмах только такую видал. Вся такая новая. Так, это у нас крышечка. Так. Опа. Так, сюда заряжается пленочка у нас. Ребята, не буду я здесь ее открывать и все такое. Засуну я ее обратно. И уже на свете. Наверное, все-таки не в гостях, а дома сделаю полный видеоотчет. Интересно? Несомненно, интересная находка. Вам, наверное, хочется узнать, что это. Если да, то поехали. Смотрите видео до конца, и вы все о ней узнаете. В 1960 году на Красногорском механическом заводе КМЗ был начат выпуск простых кинокамер со звучным названием «Кварц». Да, это ретро, винтаж, кинокамера, которой пользовались наши родители, а кто-то и лично. Это были модели, предназначенные для простых пользователей, как говорится, для народа. Без всяких там излишеств и простых в эксплуатации. Кварц 1 на 8 Супер 2. Кварц 1 на 8 Супер 2. Первые из них так и назывались – просто кварц. Ее достаточно было зарядить пленкой, завести пружину прибора, выбрать скорость съемки, частоту кадров и выставить диафрагму в зависимости от освещения. И все. Можно прицелиться через видеоискатель и нажать на спусковой крючок на ручке. Аппарат имел объектив, который даже не нужно было настраивать на расстояние до объекта. Все, что находилось на расстоянии более 2 метров, было в зоне резкости. Этого достаточно для обычной видеосъемки. Модель кинокамеры Кварц 2М, а это наша находка, выпуска с 1966 года по 1974 годы. Всего было выпущено 120 834 штуки. Не так уж и много. Цена кинокамеры в 1969 году составляла 250 рублей. А это, я вам хочу сказать, недешево. К примеру, на эти деньги можно было купить мопед Карпаты 2, Карпаты Спорт или мотороллер Вятка Электрон. Мы его называли Муравей. Очень любопытно, а сколько стоит эта камера сейчас? В магазине мы ее не найдем. И значит, отправляемся на поиски на сайты. Долго не пришлось искать. И как мы видим, а лучше бы я этого не видел, цены просто смешные. Экспонат эксклюзивный, достойный музея, а средняя цена на них 2000 рублей. Нет, спасибо, пускай останется у меня. Но на этом чердаке была еще одна находка. Пленку мы отсняли, но теперь ее нужно как-то посмотреть. Так,
Надо будет сейчас еще посмотреть, что здесь у нас имеется. Вон какой-то там аппарат, ящик. Что интересное будет, еще раз обязательно заострю внимание. Нашел, ребята, я вот такой вот саквояж. Здесь вот написано «Кван кинопроектор». И вашему вниманию предоставляю кинопроектор «Квант». Производство «Лома» 1968 года. Он является любительским кинопроекционным аппаратом высокого класса. Он предназначен для демонстрации черных-белых, цветных, звуковых и немо-фильмов. На сайтах такой винтаж можно приобрести от 2 до 5 тысяч рублей. Для винтажа это недорого. Ну и напоследок. Камера есть, пленка отснята, проектор имеется. Давайте вернемся в прошлое, ровно на 50 лет назад, когда наши родители были молоды, а мы были только в планах или бегали под стол пешком, как малой на этой пленке. Кстати, сколько этому мальчугану сейчас? Пишите в комментарии. И приятного вам просмотра.